Всех приветствую на нашем канале, подписчиков и просто гостей нашего канала. Мы сегодня проснулись, погода замечательная. У нас сейчас 18 градусов, хотя еще и утро совсем. И мы с мальчишками решили сходить в кинотеатр. Прямо они просили, мы пойдем, здесь нет этого кино, не показано, мы пойдем с ними на «Волшебников», русский фильм «Волшебники». Вот хотим посмотреть, обещала на выходные. Они сейчас зачастую развлекаются. То на боулинг ходили с друзьями Кирилла, там в бильярд, то на каток ходили. Вот сейчас я им обещала сводить их в кинотеатр. Сегодня пойдем в наш сибирский кинотеатр «Ударник». Как хорошо, что вообще есть в станице кинотеатр, и он действует, и фильмы привозят сюда. В общем, я очень довольна, как хорошо, что у нас это все есть. Станица станицы, но видите, цивилизация-то есть. Ой, так что сейчас ждем, время еще рано. У нас в 11:05 сеанс. Уже билеты купили, попкорн купили. Ждем только, блин, ветер задувает. Ждем только, когда время подойдет. Сейчас без 15:11. Немножечко подождем. Мальчишки сидят в машине. Немножечко подождем и пойдем. Конечно. Спасибо, я на минутку. Мы выехали из кинотеатра. Вышли из кинотеатра. Ну, ребят, расскажите, понравилось или нет? Да, понравилось. Очень понравилось. Очень понравилось. Да, фильм прям прикольный. В середине было похоже на психодел. Нет, в середине было похоже на конец. На конец? Да, мне прям очень было похоже. Ну, в общем, русский фильм такой детский, полуфантастический. Ну, один раз посмотреть с детьми очень даже неплохо. Да. Погорячилась, конечно, я с тем, что сравнила этот фильм с Гарри Поттером. Вообще ничего близко даже нет, конечно. Нашим еще трудиться и трудиться над кинематографическим, да? Фотографическим. Нет, кинематографическим искусством. Заходим домой, там нас папа ждет наш. Даня, обувь сразу убирай. Слышишь? Ты куда полез сразу же? А, пить. И Даня сильно хотел пить. Папа спит, отдыхает, наверное. Ну, пока-то мальчишки делятся впечатлением с папой. Кстати, Максим уже замариновал шашлычок. У нас сегодня, нас пригласили в гости, мы будем жарить шашлык. Ну, это такие стейки больше с косточкой, да, с ребрышком. Вот, а я сейчас сделаю манную кашу детям. Они просили. Кашу будьте манную? Я забыла. Ну, сейчас будем. Короче, сделаю сейчас манную кашу, потому что, ну, завтракали, но уже время-то сколько прошло. И прям заказали манную кашу, хотя могли что-нибудь другое поесть. Вот сделаем манную кашу, а потом будем собираться потихонечку. Мы сегодня в гости идем прямо днем, не вечером, как обычно, а днем. Потому что погода хорошая, 20 градусов тепла. Хоть и пасмурно кажется, да, там облака, даже тучки на небе. Но тепло-тепло на улице прям хорошо. И поэтому мы решили этот день отметить вкусным шашлыком и походом в гости. Максим, он проснулся, кофе себе делает. И мне тоже мою любимую кружечку. Хоть уже не утро, но все равно мне будет доброе утро. Моя кружечка любименькая, кофе. У нас мухи проснулись. Весну почувствовали. Уже вчера 3 штуки вынесла на улицу. Сегодня опять еще одна летает. Откуда-то они повылазили. Спасибо. Мухам? Тебе спасибо. За кофе. Пожалуйста. Приятного всем аппетита. Спасибо. Спасибо большое. Вот как нужно кушать кашку. Какая же она была вкусная. Давай. Вот так вот. Облизываем тарелочку. Отстань. А вы что-то, блин, не особо. Горячо. Нет. А мне горячо.
собрались мы уже ехать, вернее, едем уже, все при параде. Уже. Тутучик-чик. Данька вон с нами едет, а Кирюха сказал, буду сидеть дома, мне неинтересно, он потом прибежит, покушает, сказал, и побежит обратно домой, к нему друг придет в гости, поэтому будет развлекаться там. Мясо пахнет на всю машину, блин, не могу. Да, сейчас зайдем в магазин. Вообще, Максим же замариновал мясо, мы его с собой везем, пахнет безумно, блин, на всю машину. Издеватель. А что, мы в желтый не идем? А, мы же сюда. Так, мы за этими, за углями в магазин. Давай, иди. Блин. Дождик начался, блин. Вон капли на лобовом стекле. Потихонечку капает. Ну, температура вообще, видите, 20 градусов. Обалдеть просто. Класс! Очень тепло. Мы без курток ходим. Максим, он ветровочку одел, я кожанку. Данька вообще без куртки. Потому что очень тепло. Угу. Нам всю мазу может дождь испортить. Угу. Я в прошлый раз готовил. А, ну у меня ж навес. Что, у них же навеса нет. Я ж под навес все перетаскиваю. Нормально, может сейчас пройдет. Спокойно. Причем не заморачиваться. Может, сейчас пройдет. Для меня дождь не проблема. Вот как хорошо, да, когда вот навесик есть, да? Да, под навесиком можно что угодно. А когда барбекюшница у тебя стоит, допустим, ну, мангальный комплекс. Под навесиком. Беседка, да, и под навес. Но единственный минус, если печь будет неправильно сложена, то весь дым будет на всех сидящих идти. А когда при хорошей кладке, когда печка сложена хорошо, вообще одна прелесть. Ты стоишь под навесом. Какая разница, какая погода, лишь бы тепло было. Mm-hmm. Вообще моя мечта обогревательные колонны купить. Это вот для уличного обогрева. И вот в любую погоду, неважно, холодно, не холодно, потому что на улице всегда хочется. Даже вот такая погода, вот хочется на улице сидеть. Да. Mm-hmm. Они такие колонны. Из-за того, что холодно, как бы не метра очень. По 2,5 получается. Mm-hmm. И ставятся там пару колонн, допустим. Угу. Неподалеку от компании. Угу. И вот они обогревают. Угу. И то есть можно на улице вполне комфортно время проводить. Блин. Вообще кайфово. Прикольно. Типа лобного места вокруг костра. Но те колонны реально греют. Угу. Они там разные бывают. Есть газовые, есть дровяные, какие угодно. Угу. Ну все в ценник упирается. Ну ценник у них аховский, конечно. Но бомба, вещь бомба. Потому что всегда хочется на улице. Так вот, в прошлый раз, да, мы сидели, отдыхали, и, ну, в доме, ну, не то, когда ты вот жаришь именно шашлык, то есть все дело вокруг костра происходит, вот, хочется вот на улице в уюте, теплее, комфортнее, но не всегда это получается, не всегда погода дает. Угу. Потому что на улице в тепле и в комфорте осенью да зимой, как бы, не очень. Ну, вот сейчас по факту вот, дождь, вот надо будет, не знаю, наверное, ждать, когда сейчас... Да, наверное, пройдет сейчас по-быстрому, так кажется. Ну, посмотрим. Не будет-то долго. Знаешь, что, надо было шампура, наверное, взять. А у них что, нет? Зачем шампура-то? Сетка же. Овощи же еще. На сетке. Овощи на сетке. Второй партией. А две сетки-то? Ну, две сетки-то мясо только на них залезет. В первую. Да, партию. Овощи быстро готовятся, ничего страшного. И углей, я думаю, хватит одной коробки. Ну, пакета этого. Надеемся. Будем надеяться. Ну, если что, то отправим кого-нибудь. Меня отправить. Да, наверное, Саша. Я сейчас быстренько на работу сгоняю, короче, это само. Приеду, если вам нужно будет, как раз вы будете сейчас мясо жарить. Если нужно будет, ты мне позвонишь, я заеду. Я сейчас буду Андрюхе, говорит, пусть он мне этот... Под крышей дома, а его крышку делает мне какой-нибудь, чтоб я не намок. Да сейчас нормально все будет, я тебе уже говорила. Сейчас пройдет. Это могу и на улице поставить, и под дождем. Мне надо вообще-то дождевичок какой-нибудь. Сейчас все пройдет, не будет дождя. Такая замечательная погода. Нормально, дворники. Все-таки дворники были плохие. Да, эти хорошие.
хорош. Ну, видишь, без полосок, а где, блин, с полоской? Да, полосили уже. Предыдущие эти самые дворники, да, прям вообще ужасные. Они почти с самого начала. Они даже не вытирали. Они с самого начала почти полосили алка, блин. А покупал, блин, нифига не дешево. 1200, по-моему, стоит. В соседи вон туалет уличный завалился. Вчера нам сказали. Да, вот здесь вот, живут ребята. Фраза «ветром сдуло». Вот так, да. Это вот так выглядит. Вот такой дом они купили себе. И мы такой хотим. Ну, наподобие. Так, все, приехали. Выходим. О, дождь закончился как раз. Нет, он еще не закончился. Он потихонечку идет. Привет! Заходим, сейчас. Да, я сразу переодевашку возьми и переодевайся, потому что здесь жарко. А где переодеваться? Привет. Привет, Машка. Привет. Привет, Миш. Привет. Сейчас мама освободится. Да. Ты что, меня снимаешь? Валя, тут. Давай сюда. Вероника, она знаешь, сколько стоит? Спасибо. Что, уже все? Овощи только нужны. Саня, подгоняйся к овощам. Ты нас снимаешь, что ли? Да. Здравствуйте. А Саня, здравствуйте. Он хоть кусочек снять, блин, я не успела, блин. А то... Да, там, кастрюльки снимешь. Ясно, в общем, подожду. А я поехала, в самый такой разгар дождя. Под навес, все, не жуть. Оставляй, пожалуйста, сейчас не нужно. Максим. Поехала. Самый такой дождь начался прям. Сильный ты мой, блин. Мы домой сгоняли уже, крышку мою взяли. А, вы уже и домой сгоняли? А, вот это. Ну, целлофан взяли. Крышку взяли. Сергей, вы молодцы. Ну, вижу. Целлофан не понадобился, а вот крышка очень даже. И куртка. А, ну да. Угу. Ладно, жарьте, пошла я заниматься. Овощи несите. Тебя, да? Видишь, они жарят там, видишь, жарят, да? Сейчас пожарят, придут. Хорошо? Да, и моими точки, теми кучка. Конечно. Теми точки, мамички. И я буду нам как кучка. Будешь? Барбекюшница еще одна нужна. Сейчас замочили ее, сейчас. Я не вижу, чтобы ее мыли. Ее замочи. Иди уже. Иди, да. Иди. Научила. Нагля, она еще и замок закрывает. Ай, не могу. И не пустит теперь никого в дом, да? Может, ее надо мыть. Давай. Сейчас на средстве, хоть обо все сразу не надо. Она в детстве, дай хотя бы ответственность. Я же ее подарю, что замочила. Не надо было ничего замачивать, чтобы ее вырвать. Сама же не отмоет. Скажи, как ты будешь ее вырвать. Ну, я понимаю, давай хотя бы ответственность. Блин, 4 часа. И что? А? Нельзя так делать. Где она? Вероника, где? Нельзя, ты чё? Обезьянка маленькая. А где Даня? А, вот они с Мишей. Вы играете здесь? У нас есть контакт. Есть контакт? Да, контакт. Понятно. Один в телефоне, другой в компьютере.
О, развлекуха, да? У меня такого нет, мам. Какого? Мне такое можно. Чего можно? Мне такое можно, у меня такого нету. Понятно. Чего ты там? Доставать хочешь? Это ж нужно не так. Нужно так закрыть. А этот открыть. Вот, доставай. Полезно. Все. Святый. Ай, как классно! Танцы начались! Да, Вероника? Папе ж ничего не видно! Глаза закрыла! Глаза закрыла! Вероника! Тын-дырин-дырин-дырин! Хвостики вверх! Что там, идут наши? Чикотно! За все поели. На столе уже такие остаточки. Торт был очень вкусный. Очень-очень вкусный. Еще почему же нормальный дождь? Да, вот это вот. Что, мы будем караоке петь? Или нет? Или танцевать? Еще раз! Oh, 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 oh